Привіт! Мене звати Саша Манохіна і ви дивитесь програму «Молодість». Тут ми знайомимо вас із яскравими представниками нового покоління, які своїм прикладом точно доводять, що вік не має ніякого значення. І сьогодні гостем нашого випуску став Влад Піотровський. Привіт! Здравствуйте! Владислав Піотровський, 20 років, програміст, розробник неінвазивного нейроінтерфейса «Нейробенд». Викладає основи програмування для дітей. Працював над проєктом «Вогнеборець» та чат-ботом для програми «Укркосмоса» «Спейсліфт». Цілеспрямований хлопець, який планує створити власну IT-компанію. Програмування. Розкажи, як воно взагалі з'явилося в твоєму житті? Вообще, оно начало появляться у меня в жизни постепенно. Все началось с того, что у меня просто друзья-программисты этим начали увлекаться еще в школе. Я был этим всем окружен. И, ну, там, в школе у меня были там уроки по тому, как делать веб-сайты. Это было прям такое самое-самое начало. С самой школы мы там с друзьями хотели делать какие-то проекты, то есть там делали веб-сайты, игры, вместе кооперировались. Я больше играл роль менеджера, то есть я помогал все организовывать, либо какие-то мелочи делал. То есть я чувствовал, что если я не делаю работу, то я ничего не делаю. Мне хотелось приложить руку к проекту, и потом мы с Андреем поехали, моим другом лучшим, поехали в Чернобыль. Мы взяли дневной поезд, и в поезде мы были вообще только одни, и нам было очень скучно. Мы играли в Minesweeper, ну такая типа игра в миньора на старых компьютерах, прошли все уровни, нам было жутко скучно, и Андрей такой: а давай его напишем, типа запрограммируем с нуля. Я ему подсказывал, как писать алгоритм, он писал весь код, и мы вместе программировали. Потом мы приехали в Киев, мы это вообще перепилили на бот, то есть эта игра теперь работает внутри Telegram-бота. Я увидел, как создается проект, как делаются алгоритмы, и меня это очень заинтересовало. И после этого моя подруга познала, что мы сделали бота, и она работала в волонтерской организации, они заказали проект, у нас как раз там колледж сгорел, была большая трагедия, и сделали проект для отслеживания пожароопасных зданий в «Огнеборец». Ты отправляешь туда геолокацию, по сервисам Google он находит все здания рядом, выбираете здание, он определяет этот тип здания, типа это жилое здание, школьное заведение для питания, спрашивает вас список вопросов пожарной безопасности, суммирует рейтинг пожароопасных зданий, есть сайт, на котором есть меточки, в Огнеборец, там по всей Украине у нас там пару сотен меток. Вот, это был такой первый проект, и после этого нам начали приходить новые заказы на чат-ботов, сайты, и я собрал команду ребят, мы назвались «Завод». Это, конечно, такая чуть-чуть шутка, но отсылка того, что мы делаем качество, мы хотим делать большие масштабируемые решения для большого количества людей. Вот. И мы делали проекты для украинского бизнеса и для госструктуры. Мы работали даже на Укркосмос. Вот сейчас в последнее время к нам уже из-за границы начали обращаться. У меня какая-то такая, ну, есть усидчивость, и я не могу... Короче, я сижу, пока не разберусь в чем-то. Это очень полезный навык программирования, потому что 90% времени ты сидишь, разбираешься, почему что-то не работает. И так проект за проектом я начал программировать, и меня это очень сильно затянуло. Поїздка в Чорнобиль. Ти сказав про неї? Да, розкажи детальніше. Моє покоління, парні, наверное, всі грали в игру «Сталкер», и вообще, типа, увлекались этой вселенной, и мы с Андреем очень долго говорили эту идею, и купили экскурсию, сели на поезд, поехали, посетили популярные места там. Вообще незабываемая поездка, очень классно. На первый взгляд вы просто идете через лес, но когда вы начинаете смариваться в него, вы понимаете, что перед вами стоит огромная девятиэтажка. И вот это все смещение и природы, и домов, и того, что там абсолютно тишина, пустота, то есть нет людей, вот, это очень интересное место, вот, мы, скорее всего, поедем еще. Які ти для себе бачиш плюси бути програмістом? Мабуть, якось тобі це допомагає у твоєму повсякденному житті? Були якісь випадки? Вообще, да. Программирование даже я расцениваю не как профессию. То есть для меня, допустим, я выбрал язык программирования Python, потому что он достаточно прост и позволяет очень быстро что-то делать, прототипировать, потому что для меня это не то, что важно как работа какая-то для заработка денег, больше потому что это весело. Я могу построить какой-то быстро проект, себе что-то помочь. Я помню, у меня была задача в универе, мне дали форму там на 80 вопросов для экзамена в моей группе, и надо было сделать из этого Google форму, ну, то есть типа Google опросник. Обычно люди это копирую, вставляют. Я такой, мне настолько лень делать это 2 часа, что я 4 часа писал программу, которая сделала это за меня. Як ви взагалі почали працювати як команда? С Андреем я знаком еще с детского сада, типа мы учились в одной школе, в одном лицее, и потом поступили в разные универы, но до сих пор дружим. С Женей мы познакомились год назад на IT-конференции по искусственному интеллекту. Ви зараз працюєте над проектом NeuroBand. Да.
Розкажіть для початку, що це взагалі таке? Для начала нужно объяснить саму идею, как это работает, вообще с чего все началось. Есть такая телепередача TED Talks на YouTube, когда там разные люди рассказывают про свои идеи. И там был американский нейроученый Дэвид Иглман, который рассказывал про идею замещения чувств другими чувствами. Был эксперимент, когда человека посадили на кресло, и сзади ему такая матрица соленоидов стояла на спине, и ученый с другой стороны снимал какой-то объект, и этот объект выдавливался ему на спину, и слепые люди понимали, что это за объект, типа чашка, мячик и так далее. То есть это было начало всех исследований. Он сам рассматривал концепт вот, жилета, на котором много вибромоторов, который передает звуки. Допустим, глухие люди, которые никогда не слышали, звук кодируется разные частоты, разбивается, и конкретный вибромотор отбивает каждую частоту на теле, и так глухие люди начинали слышать. Мы очень сильно вдохновились этим концептом и хотели его попробовать. Мы через пару месяцев собрали первый прототип, закодировали числа в него, ну, то есть там от 1 до 16 числа кодировались. Брат Андрея надел этот девайс и там за 5 минут научился их различать. При этом он их чувствует, но он не понимает, как они именно кодируются. На сегодня мы подготовили демонстрацию вот нашего небольшого прототипа. Сейчас он представляет из себя матрицу из 8 вибромоторов и микроконтроллера, на который передаются сигналы с помощью интернета. Угу. Мы написали простенькое приложение для Телеграма. Я могу передать информацию Владу, просто написав сообщение боту в Телеграме. Например, вот так. Все, сообщение отправлено, через пару секунд Влад его получит. Вот. П. Р. И. В. Е. Привет. Вот. На данный момент скорость передачи достаточно низкая, но так как Влад будет со временем учиться распознавать сигналы намного быстрее, ее можно будет существенно повысить. Сейчас мы использовали схему кодирования на основе азбуки Морзе, но у нас есть планы использовать более сложные схемы кодирования, которые позволят, например, передавать целое слово целиком за одну секунду. Кошка. Я на букве Ш сбился. Да, там у редких букв очень длинные коды, поэтому их уйдет время на то, чтобы их выучить. Вот. Также у нас есть идея использовать искусственный интеллект для обучения девайса подстраиваться под систему восприятия людей. Есть такая система, называется Word2Vec. Она позволяет закодировать любое слово в определенные числа. При этом близкие по смыслу слова будут обладать одинаковыми, ну, практически одинаковыми по векторами. Там начинает работать математика. Например, слово «король» плюс слово «женщина» получится «королева». Mm-hmm. Если сложить эти вектора, то результирующий вектор будет очень похож на слово «королева». Таким образом, по идее, мы сможем кодировать именно смысл слов и передавать его сразу на нейробенд. Как вы планируете наиболее часом развивать этот проект? Мы уже купили необходимое оборудование, вот, и будем проводить больше и больше экспериментов. Также мы планируем использовать, грубо говоря, доступные нам ресурсы для построения более серьезного прототипа. На данный момент он обладает всего 8 вибромоторами. Мы планируем установить их существенно больше. Как вы можете видеть, место позволяет. Для кого взагалі призначений цей девайс? Кто ваши будущие покупки? Данное устройство, его главная идея — это дать возможность людям воспринимать ту привычную информацию, которую обычно они воспринимают глазами или ушами. Люди с проблемами зрения или слуха, это устройство будет им очень помогать. Также спецслужбы для летчиков, военных, где они смогут воспринимать информацию, больше информации за меньшее количество времени. Соответственно, реагировать быстрее. Какие вы можете дать рекомендации, каждый из вас, для людей, которые только начинают свой шлях в IT-сфере? Очень сложно учиться, я не знаю, по каким-то туториалам из интернета. Возможно, главное эффективно ставить себе какую-то цель, проект, который ты хочешь сделать, и просто садиться и делать его. И то есть по ходу вы будете решать какие-то проблемы, изучать новые технологии. То есть в моей жизни получилось так, что у меня просто шел проект за проектом, на котором я изучал какие-то новые технологии, и в результате там я могу что-то самостоятельно сделать. Если бы я там сидел и курсы онлайн проходил, типа я не думаю, что на меня бы это эффективно подействовало. Вот мне очень интересно и считаю эффективно это садиться и делать то, что тебе нравится, то есть какие-то проекты, которыми ты увлечен. Самое важное, что это надо делать с кем-то, кто это знает. Потому что если ты фактически, у тебя нет основы, то тебе будет сразу с проекта начинать будет очень тяжело. А если есть, допустим, рядом какие-то друзья, которые владеют этими знаниями, или хотя бы на базовом уровне, вы вместе начинаете это понимать. Тот, у кого эти знания уже есть, он их совершенствует. Тот, у кого этих знаний еще не было, они появляются и растут.
Вот что я могу со своей стороны сказать, что нужно, грубо говоря, изучать практически все области, которые тебе интересны. Тебе не нужно сфокусироваться и сказать, вот я буду разработчиком на Python и учить, допустим, только какой-то свой язык программирования. Нужно учить все, что тебе нравится. Например, я, когда заканчивал школу, я начал учить электронику. Сегодня я уже более-менее разбираюсь в подобных схемах, хотя этого в моем универе вообще никто не преподает. Я в политехе состоял в кружке робототехники, я тоже там набрался каких-то определенных знаний в области электроники, в области программирования всяких встраиваемых устройств, и это мне достаточно сильно помогло. Ти говориш про таку велику кількість проєктів. Як вдається поєднувати це із навчанням в університеті? Честно, никак. У меня специализация в университете — это менеджмент предприятия. То есть все мои друзья пошли там политех на программирование. Я хотел больше узнать, как работает бизнес, как строить стартап, потому что мне нравилось что-то строить. Я подумал, что если заниматься управлением проектов, то это поможет тебе строить еще в большем масштабе, чем на уровне разработчика. С универом получилось, что система образования чуть-чуть устарела, и такая абстракция можно разобрать как, допустим, бизнес инвестирует в какие-то стартапы, они инвестируют не в проект конкретно, а в команду. Mm-hmm. Потому что инвесторам интересны разработчики, которые делают проект, потому что если что-то не получится, они сделают что-то другое крутое. И также я считаю, что надо смотреть на университет, что мы не идем туда, где преподают какой-то конкретный предмет или какую-то сумму предметов. Мы идем к людям, которые преподают, и они должны быть классными. И, большинство преподавателей — это не люди, у которых я бы хотел учиться. Но все-таки в универе есть крутые проекты. Допустим, там есть Enactus. Вот это такая программа, которая развивает социально-волонтерские проекты. А так я для себя решил, что я ухожу в IT, и мне там супер интересно. Если что, я могу спокойно наняться на работу. Я не волнуюсь, просто делаю минимум по универу, чтобы все было хорошо. А як ти взагалі вважаєш IT-освіта в нашій країні, окрім університетів, якісь курси? Як це все розвинено у нас в країні? Наскільки добре? Можна ще з офіційного образування, то есть всякі політехнічні університети. Все относительно, то есть большинство предметов там людям не нравится. Я не знаю, там, когда преподают какую-то высшую математику, дискретную математику, что, честно говоря, не всегда приходится в проектах. То есть, допустим, есть споры того, нужна ли математика программистам или нет. Это условность. То есть, не знаю, 90% программистов не нужна математика. То есть, это какие-то люди, которые делают сайты, которых подавляющее большинство, они этим не пользуются. Но это может там разделять хорошего программиста от суперпрограммиста, который в критической ситуации, когда нужно будет решить какую-то проблему, может использовать математику. Допустим, это используется в искусственном интеллекте, чтобы понимать создание искусственного интеллекта, нужна высшая математика, то есть для вообще создания, как это работает. Частично в универах, насколько я знаю, в политехе идут общее представление о всех инструментах, которые у вас есть, дают направление, но не дают какое-то углубленное изучение. Самым важным, что я видел эффективно в университетах, когда есть какое-то проектное изучение, то есть когда студенты могут взять какой-то проект, я не знаю, там в политехе есть RoboRace, когда там ребята строят машинки, преподаватель может заинтересовать студентов в каком-то проекте, чтобы они все вместе садились и разрабатывали. Вот это эффективно, когда человек говорит проектом, он реально садится и хочет решить эту проблему, а не когда там он делает лабораторку и хочет, чтобы у него в программе конкретные циферки выпадали. А из неофициального образования в интернете, не знаю, программисты, мне кажется, мы, кстати, недавно обсуждали разницу между дизайнерами и программистами, что когда там программистам дают задачу, у нас все понятно, у нас есть конкретный инструмент, который мы знаем, как пользоваться. Когда говорят дизайнеру нарисуй, не знаю, что ли нарисовать, но в реальности у дизайнеров есть какие-то инструменты для придумывания, там, прототипирования и так далее, просто мы о них не знаем. А программирование, оно, я бы сказал, оно супер распиарено, и в интернете есть уйма туториалов, как начать, как продолжить, как совершенствоваться. То есть, если это нужно, то человек это найдет. Я нашел, и, честно, туториалов очень много. То есть, если сам хочешь учиться, и у тебя есть желание, мотивация, то проблем не будет. Минулого року ты проходил интервью в компании Microsoft. Расскажи, как оно прошло? Да, в прошлом году я просто вспомнил, что моя подруга, знакомая со Львова, попала на стажировку в Google, и я такой заинтересовался, как она туда попала. Написала, и она мне скинула свое резюме, я увидел резюме, увидел вопрос, который я спрашивал на интервью. Серьезно, с этим в Google можно попасть? Я еще, неделю посижу, себе такое же резюме накидаю. Вот, и я там нашел чатики в Телеграме, где люди собираются на стажировки. Я там человек 40, я написал свое черновое резюме, где-то 40 людям скинул разом, и они всякие правки покидали. Я его исправил и потом начал кидать в кучу компаний. Некоторые ответили согласием. Проходной этап — это подать хорошее резюме, то есть там, где ты описываешь проекты, что ты в них делал. А дальше, если вы подаетесь на инженера, то главная составляющая интервью будет, во-первых, основная базовая тема для программирования — это алгоритмы и структуру данных, то есть как эффективно и быстро обрабатывать информацию, то есть это
отдельная тема в универе. Я сел, прошел курс, поэтому где-то пару месяцев решал, там, ну, около сотни задач по алгоритмам я нарешал для прохождения собеседований. Вот для собеседований в крупной компании это просто must-have. Один из тех, кто мне ответили, это был Microsoft. У меня было преинтервью, то есть я поговорил с HR, она там спрашивала просто про проекты, как я выхожу из конфликтной ситуации, потом дала несколько задач на логику, которую нужно было решить. И до этого всего было онлайн-тестирование, то есть там дали вот несколько вот этих задач по алгоритмам, просто меня не спрашивали, это был тест. Я пришел на собеседование, это было пресс-собеседование летом, а набор начинается с сентября, с октября у всех компаний, в Google и так далее. И когда это началось, как бы начался коронавирус, все компании остановили фриз, потому что суть в том, когда ты идешь на стажировку, тебя берут и перевозят в другую страну. Mm-hmm. И ты там 3-4 месяца работаешь. Из-за карантина мне было очень много времени программировать, но из-за него же я не смог никуда поехать. Якщо говорити про глобальні твої плани, мабуть, мрії, є якесь конкретне місце, в якій компанії ти хочеш працювати в майбутньому? В своей компании. В разных компаниях по миру, в корпорациях есть крутые проекты, даже есть наши местные там, или украинские компании, которые делают крутые проекты, и было бы интересно в них поработать, но зачастую тебя ставят на достаточно низкий уровень. Как я начальный разработчик, меня будут туда ставить на начальный, на низкий уровень, где я не имею либо много ответственности, либо много возможностей. Там, чтобы вырасти в такой компании, нужно время. Чем больше компаний, тому нужно чем больше лет, чтобы там расти и заняться чем-то крутым. Допустим, если брать, например, Google, то есть люди, которые там работают первые 1-2 года, они делают там формочки регистрации. Там, конечно, хорошие денежные компенсации, но у меня в душе прям с детства, допустим, такая история. В детстве у меня было очень мало игрушек, но было очень много инструментов, из-за которых я строил себе игрушки. У меня пристрастие, что нужно что-то строить, это круто. Я сейчас пошел на работу, я хочу набраться опыта программирования в больших проектах, но вот в большой перспективе я хочу, чтобы у меня была своя компания, приходить и делать то, что нам нравится. Конечно, большой вопрос, чтобы с этого получались хорошие деньги. Работа мечты — это работа, на которой ты зарабатываешь достаточно денег, чтобы продолжать заниматься этой работой. Какие главные цели на 2021 год? Вырастить проекты, которые на данный момент есть, чтобы стать более финансово независимым, чтобы организовать команду на полной занятости, чтобы мы творили свои проекты. А еще в Чернобыль съездить, думаю. Мы недавно ездили в Германию, там было очень классно. Вот туда хочется поездить, покататься. У меня есть минусы, я немного трудоголик, поэтому мне сложно отдыхать. В этих проектах я могу с утра до ночи программировать, и потом я могу выгорать, поэтому спасибо людям, которые меня куда-то вытаскивают. Вообще хочется расти, потому что вот последний, вот с этими проектами, на которыми начали много людей пользоваться, я прям почувствовал воодушевление, что вот то, что я делаю, это нужно людям. И этот 2021 год, думаю, пройдет под слогом того, что я хочу больше и сделать больше. И на самом деле, может, ты хочешь что-то сказать, или побажать нашим глядачам? Тебе слово. Мне очень сильно вспоминается речь Стива Джобса в университете Стэнфорда. Я советую всем оставаться голодными и никогда не быть довольным тем, что у них есть. То есть стремиться к чему-то большему постоянно и творить. Все, что нас окружает, весь мир, его делают предприниматели, но в первую очередь его делают творцы, те, кто создают предметы, системы вокруг нас. И чем больше будет таких людей, тем круче будет мир. Поэтому я желаю, чтобы все были творцами и творили то, что им по душе. Дуже тобі дякую за нашу сьогоднішню розмову. Певно, що ти надихнув наших глядачів. Я надіюсь. Дякуємо вам за перегляд та побачимось у наступному випуску програми «Молодість».